Областная больница пополнилась эндоскопическим оборудованием. Врачи теперь смогут предотвращать серьезные заболевания благодаря современному медицинскому оборудованию. Ведь до этого им было трудно выявить заболевания желудочно-кишечного тракта. Устройство, введенное в эксплуатацию на благо народа, было запущено, и врачи провели прием пациентов. Современное медицинское устройство проводит диагностическое обследование внутренних органов и сосудов в организме. Эта процедура эффективна для своевременного обнаружения очага заболевания и проведения лечения или операции. С помощью этого устройства врачи смогут выявлять заболевания внутренних органов в организме без участия хирургических процессов. Специалисты утверждают, что устройство эффективно для оперативного выявления хронических заболеваний. В течение последних лет на постоянной основе оказывается спонсорская помощь в сфере здравоохранения. Несколько лет назад был приобретен 12 карет скорой помощи, а также в 2021 году был приобретен компьютерный томограф 128-срезный на базе районной больницы, Курмангазинской районной больницы, благодаря которому мы открыли инсультный центр второго уровня с января текущего года. Кроме того, эндоскопический аппарат приспособлен к авиационной перевозке в отдаленные населенные пункты. Таким образом, это устройство также подходит для блага сельских жителей. Данный аппарат был закуплен одной из крупнейших нефтяных компаний страны. Нурайм Рустемков, Артур Ботпанов, Алишер Тулеген, телеканал Атырау.